Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий». Працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. В Україні кредити в банку часто асоціюються з боргами та нестачею особистих фінансів. Грошові позики постійно сприймаються як щось негативне. Чи дійсно це так? Сьогодні будемо розбиратися разом з нашою гостею. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» фінансова радниця Аліна Татарчук. Аліно, я вас вітаю. Дійсно, кредити отримали таку погану репутацію через якісь чутки, міфи, негативний досвід інших людей. Що це за чутки та міфи? Чи дійсно, якщо існує ось цей негативний досвід, то можливо краще і не користуватися грошовими позиками? Хороший вопрос. Кредити очень плотно вошли в нашу жизнь. Это такой финансовый инструмент, который, наверное, уже с которым столкнулся, наверное, каждый человек, в принципе. Ну, рано или поздно, в той или иной степени. Кредиты бывают разные, на разные нужды. Но есть плохие кредиты, есть хорошие кредиты. Это нужно различать. Допустим, если нам нужно взять кредит, и мы хотим там технику взять в кредит, там телефон, еще там что-то, да. Это как больше про пассивный такой кредит, плохой кредит еще говорят. Почему? Потому что, по сути, вы еще не заработали, но в то же время вы берете чужие деньги, то есть банка, и тратите на свою хотелку. Проще ставить цель, расписывать и понемногу откладывать, и совершить эту покупку. Если же говорить про более какие-то интересные моменты, как же использовать лучше такой финансовый инструмент, как кредит, лучше смотреть в сторону, допустим, если вы хотите, как некоторые делают, допустим, купить автомобиль, и там пустить его, допустим, в рабочую силу, да, чтобы он приносил вам деньги. Либо вы хотите взять квартиру, либо любую другую вещь, которая, в принципе, будет вам генерировать какой-то доход. Да, это здорово. То есть, возможно, покупка какого-то актива. Это разумный способ использовать дешевые деньги в разумных целях, да, для вот таких вот манипуляций. Еще очень крутой лайфхак, когда люди грамотно используют кредитки, именно вот кредитные карты, когда есть льготный период в течение одного месяца, и, допустим, до вашей зарплаты там неделя-две, и вы знаете, что конкретная сумма придет на ваш счет. И вы понимаете, что я могу расплатиться в магазине беспроцентно через кредитку, и, в принципе, через неделю, через две ее погасить. То есть, в принципе, я как бы ничего сверх не переплатив банку, и в то же время я чувствую себя комфортно. Таким способом пользуются очень многие, в том числе и там студенты, когда я приехала, выдавалась обычная карта, выдавалась кредитная карта с лимитом там, в 500 гривен, и каждый студент понимал, допустим, если там, допустим, вот на днях будет стипендия, но ее задержат по какой-то причине, то есть какую-то там сотню можно было бы потратить на продукты, и в том числе потом компенсировать там с другой карты. По сути, вы там ничего не теряете. Микрокредитование, вот, это вот зло, потому что там очень большие проценты. Если посчитать, обычно расписывают прекрасную рекламу, купи подарки родным, там, купи себе телефон, возьми микрокредитование. Там очень все сладко, все очень интересно, а в итоге там почти что 30, около 30% получается в месяц, вы потом будете еще и должны. Поэтому прежде чем брать кредит, вы должны основательно подойти к этому вопросу и задать себе вопрос, а зачем, собственно, мне кредит? В чем цель этого кредита, что мне это даст. Да, то есть вот так вот несколько этапов пройти, и это вот как с покупкой. Если вы что-то захотели, нужно первый раз себе задать вопрос, второй раз, третий задать вопрос, и только тогда вы дойдете до истинной причины, почему вы это делаете. То есть примерно аналогия такая будет. Дякую за відповідь. От ви сказали дійсно, що форми кредитування кредиту можуть бути різними. Це залежить, як я розумію, від цілей, для яких ми позичаємо у банку гроші. І все ж таки, от на що ще треба звертати увагу, оформлюючи кредит? На що, от на які моменти має звернути увагу пересічний громадянин, який раніше цього ніколи не робив? Ну, допустим, якщо це ваш перший кредит, все познається в порівнянні. Первое, что вы мониторите, да, соответственно. И, как правило, обычный обыватель, он смотрит на процентные ставки, низкие процентные ставки, хорошие условия, сколько он там переплатит, и по минимуму, да. Это неплохая стратегия, но неэффективная. Проще смотреть на ситуацию с другой стороны, насколько вы потянете этот кредит в любой другой ситуации. Например, если вы лишитесь работы, и у вас форс-мажорные обстоятельства. То есть главное, чтобы при любой ситуации вы смогли выплатить этот кредит. Да, если вы что-то там берете,
рассчитывайте все, сколько, какие оплаты, какая переплата. Но никогда не ведитесь на вот это вот условие самые низкие процентные ставки. Очень здорово, если у вас уже есть кредит, и вы думаете, как бы мне, может быть, его рефинансировать. Что это такое? Это когда вы, вот, например, взяли ипотеку, и вы думаете, вот сейчас Центральный банк понизил ставку для коммерческих банков, да? Соответственно, наши ставки тоже понизились. Вы обращаетесь в свой банк и говорите, я хочу рефинансировать свой кредит. И они, ну, в большинстве случаев вам откажут, конечно, потому что они тоже не глупые люди, они не будут отказываться от такого классного клиента, который платит вовремя в сроки по таким процентам. Скорее всего, вам нужно не полениться и пойти в другие банки, посмотреть условия и спросить, кто бы сделал рефинансирование. То есть другой банк, он выкупает ваш кредит у вашего банка по более низкой ставке. И в дальнейшем вы, по сути, выплачиваете там то же самое тело кредита, но с более низкой процентной ставкой по кредиту. Это очень, очень хорошо отразится, в принципе, на вашем бюджете, и это нормальная практика. Если вы хороший клиент, у вас хорошая кредитная история, другой банк с удовольствием выкупит ваш кредит, по сути. Это один из таких вот методик, если вот совсем тяжело, да, и вы знаете, как это делать, и вы не, как это сказать, вы, в принципе, ну, не так, что вы пошли в свой банк, вам отказали, и вы думаете, ну, нет, значит, нет. Нет, не поленитесь, пойдите, сходите, это будет как бы в ваших интересах. Вот, старайтесь, в принципе, использовать кредиты разумно. То есть микрокредитование не лезть, там очень большие проценты, потому что есть очень частая практика, когда люди берут один кредит, потом берут второй, чтобы закрыть первый, потом берут третий, чтобы закрыть второй, и в итоге они в денежной яме. Это очень плохая система и очень плохое обязательство получается. Главное в такую ситуацию не попасть, иначе потом это будет совсем сложно, и рефинансировать эти все кредиты тоже в один будет намного проблематичнее, нежели у вас там, допустим, один с хорошей историей в одном банке. Вот такая вот історія. Ну, до речі, ви сказали про такий ризик, з яким може стикнутися людина. Які взагалі ще помилки можуть робити люди, беручи кредити? Як цих помилок уникнути, оминути ризики і взяти кредит все ж таки вигідно? Прежде всего, смотреть на банки, да, на сравнение, допустим, на їх там історію, да, вообще опыт на ринку, в принципі, що вони предлагають, які кредити, які ставки, розпросити у консультантів, що якщо вдруг, допустим, форс-мажорна ситуація, яка буде політика, які будуть, то есть все нюанси, і в зависимості, конечно же, на які суми ви берете, і опираюсь, да, это не должно быть что-то мимолётное, я захотел купить себе красивый телефон или ещё что-то. То есть это действительно какие-то должны быть, наверное, серьезные обстоятельства, либо моя рекомендация для покупки каких-то, либо, может быть, активов и использования ну, вот таких вот дешевых денег в разумных целях, но либо это какие-то, наверное, уже форс-мажорные ситуации, действительно, без которых, ну, никак не обойтись без кредита. То есть здесь мы смотрим, сколько там процентов в месяц, да, какой минимальный платеж, считаем, сколько мы переплатим, да, допустим, если мы берем, потянем ли мы это обязательство, да, то есть что бы ни случилось, вдруг со здоровьем что-то, да, в любом случае мы должны смотреть на свою ситуацию, потянем ли мы это. То есть не больше, наверное, кредит не должен быть больше, чем ваша одна там, месячная зарплата, допустим, чтобы это не была большой нагрузкой для вас. Вот. Не забывайте, что у вас должна быть подушка безопасности, потому что если у вас форс-мажорная ситуация со здоровьем, вам нужны деньги, вы берете кредиты, ну, это начинается эта цепочка. Поэтому одно без другого не может быть. Соответственно, то есть финансовая подушка, и чтобы себя некоторым образом обезопасить от таких вот плохих кредитов, вот, потому что у большинства людей ее нет. Лучше понемножку там откладывать, там какие-то там 100, 200, может 500 гривен, может быть 1000, у кого как, но ее откладывать и иметь. Таким образом вы немного себя обезопасите от вот таких вот плохих кредитов. На спонтанные покупки не ведитесь, это все маркетинг, это лишь бы поднять экономику, лишь бы вас соблазнить, такие классные кредиты, ты столько всего там купишь, подарков. Старайтесь ну, покупать за свои деньги, за свои реальные деньги, и помните, что берете вы в долг чужие деньги, а всегда будете отдавать свои еще и с процентами. Деякі фінансові експерти говорять про необхідність здійснення оцінки майна перед тим, як брати кредит. Навіщо це робиться і чи дійсно це необхідно? Да, действительно, є така практика, тому що, допустим, якщо
это, допустим, там частный кредит либо физическому лицу, да, ну, есть, бывает в разных целях. Допустим, если вы пойдете к частному инвестору займ взять, да, то чтобы была более низкая ставка, скорее всего, у вас потребует какое-то залоговое имущество. Его оценивают плюс-минус, да, и таким образом это такая подушка безопасности кредитора, ну и в то же время вы получите более низкую процентную ставку по кредиту. Если же его нету, там более высокие проценты, аналогично и в принципе в банках, поэтому это скорее всего даже больше страховка самого кредитора, что по сути он дает, ну так сказать, человеку, у которого что-то уже есть, который чего-то добился, да, это как бы более гарантийный талон, потому что выдать кредит человеку, у которого в принципе никакого имущества нету, это опасно, особенно, ну здесь больше действительно зависит от суммы кредита, то есть если это небольшая сумма, то возможно вам ее будут, а если, допустим, вы хотите купить квартиру, да, и там нужен и первый взнос, допустим, ипотека, да, такие вот нюансы. Либо вы обращаетесь к частному инвестору и говорите, я хочу открыть там свое какое-то дело, и мне нужен кредит, допустим, займом или без. И там рассматривают одно и другое условие по параметрам, таких как процентная ставка, сроки, частота выплат, да, и ну, там уже оценивают, в принципе, это имущество. Вот это больше так безопасность самого кредитора. Это очень хорошо отражается на, в принципе, на истории, на кредитной, и делает, как бы так сказать, в глазах кредитора вас более... так сказать, более платежеспособным человеком, потому что всем хочется защиты и безопасности. Никто просто так деньги не дает, это повышенные риски. Потребительские кредиты – это повышенные тоже риски. Зачастую банки тоже часто говорят, а зачем вам кредит, о каких целях, а что у вас есть, а есть ли у вас машины, имущество и так далее. То есть они уже думают, ага, как вы будете выплачивать этот кредит, если вдруг форс-мажорные эти обстоятельства случатся. Да, продадите ли вы машину, или, возможно, вы реализуете другой какой-то там, да, объект или землю, еще что-то. То есть что можно будет у вас взять, если вдруг вы не выплатите? Да? Это вот гарантийный талон для банков и частных инвесторов, собственно. Дякую за відповідь. Ви вже неодноразово зазначали, все ж таки більш детально, якщо можна, як правильно от обрати фінансову установу, що пропонує послуги кредитування? Достойный вопрос, поскольку таких организаций очень много, они привлекают нас там месяц, два, три, льготный какой-то период, возьмите кредит. Скорее это лучше, конечно, обращаться там, если уж и обращаться, то лучше к банкам, там кредитные карты смотреть, да, там более лояльные проценты, там, допустим, какие-то там свои ставки, нежели микрокредитование. Подобные организации, они очень хорошо работают на потребительских кредитах, на маленьких, небольших суммах. Они говорят, возьми кредит до зарплаты, но тут проще уже оформить, наверное, кредитную карту с льготным периодом на один месяц и расплачиваться ней в магазинах. Потому что, по сути, там есть еще и кэшбэк в некоторых банках, и вы, когда там даже через неделю, через две ее перекрываете своими деньгами, вы ничего не переплачиваете. То есть, если вы взяли там с кредитки там 1000 гривен, вы ее перекрыли, и процент вы не переплачиваете. А в микрокредитовании зачастую есть какой-то льготный период, либо у них там ставка, ну, на каждый день дневная, и получится в конце, даже если у вас какие-то форс-мажорные обстоятельства, вам придется брать либо кого-то одалживать из знакомых, либо новый кредит, чтобы его перекрыть, по сути. И тогда вы вот как раз-таки вникнете в эту плохую историю, в цепочку, когда вы одним кредитом перекрываете другой, вы постоянно в минусе, это депрессия, это стресс, ну, то есть какие-то, вдруг вы поменяете работу, либо что-то случится, то есть всегда должны помнить, что, в принципе, у вас должна быть какая-то безопасность. С микрокредитованием лучше не связываться, потому что бывают разные истории, и на своей практике скажу, что один раз я когда-то тоже обращалась, еще будучи студенткой, и дай бог, слава богу, что не одобрили, потому что это была плохая затея, и спустя там время я заработала там фиксированную сумму, которую мне нужно было, тогда уже ее реализовала. То есть сначала нужно подумать, в принципе, изначально, а зачем оно мне, в принципе, да, зачем мне этот кредит. Если действительно какой-то форс-мажор, возможно, лучше одолжить даже у знакомых, потому что знакомые, скорее всего, подождут, и они не будут с вас какие-то брать проценты мега. Ну, это как такой самый крайний вариант, и близкие люди всегда там, знакомые, вас поймут. Если у вас хорошие взаимоотношения, я знаю даже человека, которому там клиенты, знакомые дали деньги на ипотеку, он хотел квартиру, но хотел он ее под сдачу. То есть он долго договаривался с банком, в принципе, и вот этот первый взнос, он договорился с клиентами, со своими родными, он собрал, вот, и чтобы дать первый взнос за ипотеку. Таким образом, они сделали ремонт и сдают как бы постепенно ее в аренду.
Вот, для таких целей вот была организована вот всякая система, и знакомые клиенты, они согласились, потому что человек достойный был, у него хорошая репутация, они долго с ним работают, долго сотрудничают, и, в принципе, без, ну, то есть даже если на какие-то есть проценты, они небольшие, в принципе, намного выгоднее получается. Поэтому если вы все-таки смотрите в сторону, если вам действительно нужны деньги, сначала пойдите к своим родственникам, знакомым, да, спросите, возможно, у них есть возможность вам предоставить на какое-то время. Это самый такой оптимальный, если у вас нет финансовой подушки, да. Вот, потом уже в сторону банков смотрите, да, кредитных карт. Ну, снова же, допустим, если у вас нет кредитной истории, как было у меня в лет 19, я, мне нужен был ноутбук, вот срочно, прямо сейчас. Но у меня было 60% от стоимости ноутбука. И, по сути, я понимала, что через 2 недели у меня зарплата, я получу эти же деньги и смогу полноценно купить ноутбук, допустим, да, за ту же там цену среднерыночную. Но мне нужно было в моменте, это вот срочно, там, по работе, по учебе, и я пошла оформлять, и мне сказали, у вас, ну, чистая кредитная история, как бы мы, ну, не возьмем на себя такие риски, и плюс вам не 21 года. То есть, и по сути, мне тогда выдал только один банк с 18 лет кредит. Он сказал, хорошо, берите, мы только за. Вот. Но через 2 недели я получила деньги, пошла, перекрыла это все, потому что я вообще, ну, эти вещи не люблю. Вот, это был единственный опыт, так сказать, и после этого, помимо, там, если, допустим, есть кредитная карта, помимо кредитной карты, другие кредиты там никто не даст, потому что если у человека нет кредитной истории, как он выплачивал, каким периодом, какой он хороший клиент, грубо говоря, да, для банка это как бы без такой истории это большие риски. Никто на себя их брать не будет, хотя сейчас больше стараются повышать кредитные лимиты без вашего ведома, чтобы вы потребляли. Более лояльные, конечно, банки уже становятся, но все же они смотрят на вашу кредитную историю в большинстве случаев, если это какие-то там потребительские моменты. Вот, поэтому проще всегда, может быть, оформить кредитную карту с льготным периодом на месяц, если вам нужно там рассчитаться за продукты, еще какие-то там мелочи, и действительно не хватает, там, до зарплаты такое бывает. Я знаю там ни одного человека, который так делает, в принципе. И им так комфортно. Они ничего не переплачивают, но в то же время не забывайте, если вы снимаете деньги наличкой из таких карт, конечно же, взимается комиссия, и тогда вы уже переплачиваете. Поэтому если там скупляетесь там, в супермаркетах, в магазинах, расплачивайтесь картой. Это будет удобно, лояльно, для вас комфортно в таких случаях. В принципі, все. Дякую за відповідь. Пропоную підсумувати нашу прес-конференцію. Чи варто користуватися грошовими позиками і коли варто користуватися ними? Хороший вопрос. Давайте розділимо просто кредити на плохі і хороші. Не забываем, что плохие кредиты – это все, что касается пользовательских моментов, да, то, что было уже сказано ранее. Стараемся оградить себя от этого. Лучше купить за наличные, отложенные собственные деньги. На самом-то деле это больше вас будет мотивировать, стимулировать, вдохновлять. И вы, когда будете закрывать цель своими деньгами, вы будете очень искренне радоваться, нежели вы возьмете чужие деньги и будете… Ох уж этот кредит, а мне кредит платить там каждый месяц, зарплаты там, то есть с какого-то бюджета будете вытягивать свои деньги, да еще и переплачивать, возможно, даже. Это не очень хорошая затея, но если это будет какая-то там активная часть, да, и вы хотите их как-то стимулировать в работу, да, они будут как-то приносить вам деньги, и, возможно, либо будущий актив будет вам генерировать деньги, это неплохая затея, поскольку это дешевые деньги. Есть знакомые, которые действительно используют такие льготные периоды, там, месяц-три, они берут деньги, пользуются, покупают необходимые, ну, необходимые себе там какие-то активы, возможно. Они говорят, а потому что это дешевые деньги, получается. Ну, то есть я там через месяц, через два, там, да, внесу обратно эти деньги, но в моменте сейчас мне важно купить там тот или иной актив, по сути. И это прекрасно работает. Допустим, если вы захотите там, если Nike, допустим, компания Nike, к примеру, да, захочет выпустить новый проект кроссовок, и она пойдет просто в банк и скажет, ну, нам нужны средства, давайте, возможно, выпустим облигации. И вы, как обычный человек, вы увидите эту новость, да, и у вас там, допустим, есть какая-то сумма, там, не знаю, там, 3000 долларов, там, или, может быть, и в гривнах что-то, не знаю. И вы подумаете, как интересно, может быть, я выкуплю там часть этих облигаций, и, по сути, я стану частью этого проекта. Через несколько месяцев эти там кроссовки выйдут на полочки в магазинах, и это вы будете считаться как частью этого детища, да, это будет приятно, и, по сути, в таком случае деньги работают, и вам возвращают там проценты по этим купонам, это очень интересная затея, и, по сути, вы можете стать также в такой актив, не только вы, но, например, более крупные игроки или частные инвесторы, и очень приятно быть, допустим,
в одном русле, в одной корзине, так сказать, с такими людьми. Возможность познакомиться, возможность наладить свою жизнь, взглянуть на вещи по другим углом и на эти же самые кредиты и активы, по сути, дебет-кредит, и дальше двигаться к своим финансовым целям, финансовому достатку. Що ж, я вдячна вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про кредитну дисципліну. Чи варто користуватися грошовими позиками, відповідала наша гостя, фінансова радниця Аліна Татарчук. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!